18 февраля 2019 года я начала тему «Балкан». Сегодня Балканы пришли в движение. Их пока только приводят в движение, маховик только начинают раскручивать, но там готовится большая-большая война. Состоится ли она? И вот конфликт углубляется. Если вы посмотрите нашу печать, СМИ, то вы увидите, что постоянно проходят заметки, они маленькие, они вроде бы и не попадают в ваше поле зрения, однако же это очень важное. Они, знаете, как пунктиры такие, которые приведут куда-то. Вот они ведут к одному вопросу, к тому, что Балканы ожили. Балканы сегодня приводят в движение. Я выпустила ролик вчера. Посмотрите этот ролик. Он тоже очень интересный. Он больше объясняет, чем я вам скажу сейчас. Но сейчас я вам хочу сказать, что вышла заметка, статья небольшая, где написано: конфликт углубляется. США отменили визит генерала в Косово. Это 11 февраля. Вышла эта самая статейка маленькая. Визит в самопровозглашенную республику Косово командующего Национальной гвардии Айовы генерала Тимоти Ора отменен из-за таможенных пошлин в размере 100% на товары из Центральной Сербии и Боснии и Герцеговины, заявил пресс-атташе посольства Ричард Мэй. Я, конечно, не понимаю и не вижу, в чем здесь связь. Таможня, товары и вдруг визит генерала в Косово. Президент самопровозглашенной республики Хашим Тачи по возвращении из поездки в США в минувшую пятницу призвал косовские политические силы найти способ приостановить таможенные меры против Центральной Сербии ради сохранения отношений с Вашингтоном. Спикер парламента и глава правящей демократической партии Косово Кадри Веселит ранее также предложил приостановить действия введенных в конце ноября пошлин. На заморозку мер не согласился косовский премьер Рамуш Харадинай, который отказался отменять пошлины до признания Сербии независимости Косово и в результате не смог получить визу для поездки в США. Знаете, детский сад какой-то. Мы можем подтвердить, что визит генерала Ора отменен из-за пошлин на товары из Центральной Сербии и БИГ. Других комментариев о предстоящих визитах или совместных тренингах мы не можем дать, сообщил радио и телевидение Косово американский дипломат. Послы США в Приштине и Белграде Филипп Коснет и Кайл Скотт в минувшую пятницу выступили в СМИ с совместным заявлением, в котором в очередной раз призвали косовско-албанское руководство отменить таможенные пошлины и вернуться к диалогу с сербскими властями под эгидой ЕС в Брюсселе, чтобы 2019 стал годом исторического соглашения о нормализации отношений. Министр торговли, туризма и телекоммуникаций Сербии Расим Ляич сообщил в понедельник журналистам в Белграде, что за 80 дней таможенных ограничений убытки для сербского бюджета составили около 90 миллионов евро. Но если у Сербии нет возможности в другие места отправлять свой товар, то, конечно, Косово будет изгаляться. Значит, идите на какие-то совместные соглашения. Вообще, страны должны совместно соглашаться и вырабатывать какие-то соглашения друг с другом, а не пенять на дядей из-за океана. Дяди из-за океана, они всегда проводят свою нужную им политику. И это должны вроде как понимать правители. А знаете, почему не понимают? И знаете, почему идут вот так на веревочках? То есть на поводочках управляемых или из России, или из США. А потому что деньги нужны. Потому что они отвыкли зарабатывать деньги, они отвыкли вырабатывать продукцию, они отвыкли вообще, что можно самим где-то заработать деньги. Они привыкли только брать деньги из рук, из кормушки. Это как та маленькая птаха, неразумная, которую мать кормит из собственного клюва. Так и вот эти все новопровозглашенные республики. Чего ты провозглашаешься, если тебе не на что кормить свое население, если тебе не на что кормить своих жителей, своей страны? Зависимость
Вот этот новый мировой порядок, который организован в мире, я не могу сказать, что он сегодня организован. Он организован уже много-много десятков лет назад. Государство отучили работать, государство приучили только потреблять. Поэтому они все такие бедные, нищие. И поэтому они заглядывают в рот той самой матери птицы, которая кладет им в клювик немножко еды. А за это они все что угодно сделают. Я Таня Карацуба, Сеид Бурхан.